Саратов прибыли первые 4 трамвая марки «Татра». Они будут базироваться в заводском трамвайном депо. До конца апреля поступят все 30 единиц электротранспорта. Напомним, что получить машины Саратов смог при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Электротранспорт чешского производства. В Москве его отремонтировали и модернизировали. Все вагоны оснастили энергосберегающей электронной системой и камерами видеонаблюдения. Были отремонтированы все ходовые позиции, кузов, салон. И кроме того, был заменен привод вагона. Сейчас там стоит электронная система управления, энергосберегающая, с хорошими характеристиками. Внутри салон тоже отремонтирован, нормальный, хороший, комфортный, чистый. Да. По словам работников Саратов-Горэлектротранса, сейчас на линии находится 73 пассажирских вагона. Все водители пройдут профобучение, а вагоны обновят, после чего их выпустят на маршрут.